Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Людям с этим именем необходим порядок во всем. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Если владельцем этого имени встречается комбинация двоек, это значит, что замысел будет доведен до конца. Начатую работу бросать не стоит, чтобы это обязательно принесло свои плоды. Ведь цифра 22 – это число завершения, квадрат и баланс. Звук «У» дает человеку активное воображение. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Они часто бывают одиноки, им свойственен пессимизм, проявление депрессии, подозрительности и мнительности. Плохо, если к пессимизму прикрепляется низкая самооценка, которая усиливает внутренний негатив. Они начинают впадать в панику и притягивать неудачи. В худшем случае подозрительность может перетекать в паранойю. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.